новый электробус «Волгобас-5270Е», приобретенный пассажир-автотрансом для расширения парка экологически чистого транспорта, вышел на маршрут номер 128. Новая модель российского производства с ночной зарядкой и запасом автономного хода более 200 км впервые была представлена горожанам в мае прошлого года на международном транспортном фестивале SPB Transport Fest. Сегодня на маршруте номер 128 можно увидеть 10 электробусов, которые начали работу в 2019 году. Дизайн электробуса нового поколения, рассчитанного на 75 пассажиров, стал более современным. Перенос части батарейных отсеков из салона позволил увеличить пространство. Эргономичные сидения, увеличенное количество USB-зарядок и мультимедийный информационный экран повысят комфорт поездок, а низкий пол и аппарель обеспечат доступность для маломобильных граждан. Электробус сохраняет свои преимущества – независимость от контактной сети, бесшумность, маневренность и экологичность. Принцип сгорания топлива здесь не используется, в том числе и для отопления салона. Система управления, обеспечивающая работу компонентов электробуса, произведена петербургским предприятием ООО «Чергас». Зарядка будет осуществляться в парке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Став пионером во внедрении электробуса в Петербурге, предприятие «Волгобас» намерено развивать этот проект. В 2024 году в Красногвардейском районе появится новый парк на 400 электробусов, что позволит улучшить транспортное обслуживание и экологическую ситуацию в Петербурге. Проектирование парка уже ведется.